Дорогие друзья, всем привет! Сегодня очередной день нашего, можно сказать, проживания в Америке. Сегодня мы поиграли с Алексом в теннис. Вот, большой теннис, я так сказал, я в нем не профи. Вот, поэтому счет говорит сам за себя. Мы сегодня поиграли 6-3, 4-6, 3-6. Не скажу, кто победил. Вот, значит, начинающий у нас уровень примерно одинаковый. Поэтому день сегодня прошел прекрасно.